Привет-привет, друзья! Вы на канале Китай Сити, с вами я, его ведущий Владимир. И на обзоре у нас с вами будет вот такая вот коробочка, в которой находится детский конструктор. Заказывал эту посылку уже давно, она у меня лежит уже давным-давно, больше года, не было повода ее куда-то пристроить, подарить или отдать кому-то. И я ее на нее случайно только что наткнулся. Вот я уже не помню, сколько она стоит. Заказывал я еще давным-давно. Значит, пришла она вот в таком вот пакете, вот как обычно, замернута пупырку. И при транспортировке вот так вот помялась. Не знаю. Вот вообще тупо не помню, когда я ее заказывал. Давайте откроем, посмотрим, что же там внутри. Кстати, внутри должен быть находиться механизм в разобранном состоянии, который будет работать от порыва ветра. Порыв ветра мы будем создавать вот таким вот вентилятором переносным. Вот. Комплектация должна быть вот такая вот. То есть это все ламывается, вырезается, собирается такая конструкция самоходная, которая работает от порыва ветра. Так. Вот наша комплектация. Сколько пакетов. Это еще не все. Вот теперь точно все. Так, смотрим, что же у нас есть. Есть вот такие вот пакеты. Тут есть спицы, ходунки всякие, механизмы. Так, ну это понятно все, да? Это все нужно будет подготавливать, какие-то вот коленвалы. Так, ну и инструкция пользователя. User manual. Так, на китайском, полукитайский, полуанглийский язык. Что нужно делать, расписано тут на вот этой вот инструкции. Комплектация, сколько тут чего. Да. Ну вот инструкция, как нужно откусывать вот эти вот изделия. То есть в чем разница, я в принципе не вижу. То есть вот так вот годится, так не годится. В чем разница, я не могу понять. Все, я понял, в чем разница. Смотрите, вот так вот не годится, потому что тут будет оставаться маленький кусочек на этом. А тут именно под сам механизм откусывается от держателя, как вы видите. Ну, это все понятно. Так, что тут еще в инструкции? Китайский с английским язык. Ну, конечно же, инструкция оставляет желать лучшего. Так, ну и тут видно, вот ребенок машет, и оно двигается. Так, ладно, инструкцию в сторону. Теперь мы давайте все это подготовим. Я сейчас все подготовлю. И мы приступим к сборке этого конструктора.
Ну что, друзья, вот он, этот конструктор, полностью в сборе. На сборку ушло около часа. Сборка доставила, в принципе, большое удовольствие. Ничего сложного не возникло. Все понятно. Инструкция, хоть и такая вот не сильно обширная, но все равно в ней все понятно. И давайте теперь я вам покажу, как же он работает, этот конструктор. Так, включаем на вентиляторе первую скорость, дуем на лопасти. Вот, как вы видите, при дунии ветра, при порыве ветра, да, этот конструктор передвигается. Давайте сбоку покажу, как он работает. Да, на самом деле эти штуки ходят не так уж и мягко, но тут стоит как бы редуктор, вентилятор, да, такой вот. Шестеренка от большей к меньшей передается, тем самым увеличивается сила крутения, вращения. Включаем на большую скорость вентилятор. Итак, друзья, вот такой вот конструктор мы сегодня с вами распаковали и сделали обзор. Такое вот небольшое развлечение, мне понравилось, я рекомендую. Ссылку на магазин продавца, где я покупал этот конструктор, я постараюсь найти в заказах и оставить под видео. Также я оставлю ссылочки на подобные конструкторы, еще несколько ссылок. Так что смело переходите, изучайте и при желании покупайте. Ну а так-то про этот конструктор мне добавить нечего. И на этом мы будем с вами заканчивать это видео, друзья. Всем, кому это видео было интересно, полезным или чем-то понравилось, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. С вами был ведущий Владимир. До новых встреч. Пока-пока.